Так, как мы будем бороться с некоторой ротацией позвонков, да? Ну, мы их по ассистенотросным, естественно, только можем определить. И то она бывает незначительная, там буквально, ну, там, 3 мм, конечно, в сложном случае так реже бывает. И еще бывает вот так, относительно друг друга, они смещаются, да? Ну, потом на видео посмотрите. Значит, мы берем, упираемся одной рукой, ну, например, да, просто человек здоровый, нарисовать, наверное, ничего не получится. Одной рукой упираемся повыше этого позвонка. Тоже механика-то на самом деле простая, и вот если вы сообразите, да, то все это на самом деле просто. Как показать-то? В общем, вот этот у нас чуть повернут, да? Мы верхний позвонок должны приподнять от него, а в этот надавить так, чтобы он сюда вошел. То есть двойное движение. Например, он повернут вправо, да? Значит, я с левой стороны позвонки поднимаю, а вот этой рукой в него вот туда вот прям внедряюсь. У кого сильные пальцы, да, можно, в принципе, пальцем даже вот так вот. То есть сначала приподняли, а потом туда ударили. В принципе, вот если даже у человека как бы ничего нету, да, можно, ну, функциональные блоки все равно могут быть при этом, да, то можно просто симметрично на грудном отделе, но это очень короткий отрезок, вот такой. Буквально получится воздействие, раз, два, три. Три места, да. Относительно друг друга в противофазе, как бы. Это вращение сюда, а это сюда. Потом... Вот. Все блоки. Я на разборе отсюда. И то же самое, вот особенно сложная часть, это вот седьмой шейный, либо первый грудной позвонок, да? Тогда мы голову откладываем, лежи, чуть-чуть назад, упираемся вот в этот позвонок. Найти тяжело. Давайте на вас, может, покажем. Давайте на да? Он уже красный. Делать? Надо подойти с этой стороны. Смотрите как. Вот если он выпирает в эту сторону, я не буду говорить лево-право, чтобы не запутаться, вот наружу к нам, да, то, соответственно, прямо вот в него упираетесь, а голову чуть-чуть вот так придерживаете. Лево давите. Хрустно, по-моему, да? Вот. А если в ту сторону, вглубь, да, то также все оставляете голову чуть-чуть назад, упираетесь там вот в мышцы, а с этой стороны вот в челюсть. И так вот растягиваете, ну даже почти в ухо растягиваете. И, ну ладно, это хватит, пока давайте закрепим вот эту часть. Да. Можно на моей шее еще? Да, попробуйте, да. Непонятное ощущение. Так, очень сложный прием, да, давайте еще раз определим. Сейчас, ой, ничего. Держится. Надо остановиться. Сейчас.